Правительство области на своем заседании утвердило дополнительное соглашение к договору об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, которым он продляется до конца года. В первом полугодии 2015 года на территории Курганской области данные перевозки осуществляет ОАО «Свердловская пригородная компания». Для оптимизации маршрутной сети с 1 июля этого года предлагается отменить малоэффективные маршруты Петухово-Макушино и Щучье-Шумиха, населенность которых в первом полугодии этого года составила 24%. Одновременно с этим планируется восстановить следующие маршруты: Макушино-Курган, Курган-Макушино, Шумиха-Курган и Курган-Шумиха. Они будут открыты с 3 июля текущего года по пятницам, субботам и воскресеньям.